Пройти мимо этого дома невозможно. Двор – настоящее произведение искусства. Глава семьи Фищук Дмитрий Юрьевич – один из тех, про кого говорят, без дела не сидит. Он создал у своего дома райский сад. Ночью весь двор подсвечивается разноцветными огнями. Сами делали вот водопад. Потом стало места мало. Начали продвигаться ближе к дому. Построили фонтанчик. Ну, фонтанчик из того, что было. Ну и начали садить уже деревья потихоньку, ну и накрыли крышу. Ну вот так вот оно потихоньку все и получилось. Сын гордится отцом и старается во всем ему помогать. Вместе и водопад сделали, и мост обустроили. Свободное время проводит в своем дворе, играя с друзьями. Когда друзей сюда привожу, они: «А, как красиво у вас, кто делал?» А я так говорю: «Папа». Людмила Базарная тоже не отстает, помогает зятю. В ее обязанности входит высадка цветов и уход за ними. Я за ним тянусь. Вот в другой раз вот устанешь, думаю: ага, нет, вот он делает, и мне нужно делать, чтобы было красиво. Все вместе. Один, мне кажется, такую красоту не сможет навести. А, как говорят, один поле не воин. А вместе мы можем горы свернуть. После того, как обязанности выполнены, вся семья собирается в райском саду. Строят планы, как благоустроить остальную часть дома. И вместе у них непременно все получится.